Друзья, к нам сообщили из шоу-бизнеса, что сегодня в Москве проходил концерт легенды ретро-ФМ. На концерте одним из первых должен был выступать российский маэстро, певец и любимец всех женщин Юрий Антонов. Но певец почему-то на сцену не вышел. Многие поклонники ждали его весь концерт. Мы постарались выяснить, в чем же причина, почему Юрий Антонов не выступил со своими знаменитыми песнями. Оказалось, что Юрий Антонов ждал своего выхода, и вдруг ему стало плохо. Его сильно заболело сердце и закружилась голова. Сценаристы вызвали скорую помощь, которая, к радость, была рядом. Они приехали, сделали укол Юрию Антонову и сказали, что ему нужно обратиться к врачу. После чего Юрия Антонова отвезли домой. Вот и вся причина, почему Юрий Антонов не вышел на концерт. А ведь многие ждали, чтобы услышать его знаменитые песни. Друзья, давайте поддержим Юрия Антонова. Будем надеяться, что ничего серьезного с ним не случилось. Также давайте поддержите наш канал, ведь мы стараемся только для вас. Не пропускайте наши видео, потому что в каждом видео мы вам рассказываем свежую новость из шоу-бизнеса. До скорых встреч, друзья, в наших новых видео.